Непрерывные репетиции, подготовка образа и костюмов, адреналин – все это ожидало участников гала-концерта Казанского фестиваля эстрадного искусства «Созвездие». Прошел он 16 марта в концертном зале Поволжской академии спорта и туризма. Огромное количество участников, от самых маленьких до взрослых ребят, пришли сюда, чтобы заявить о себе. Мы очень хотим гран-при. Ну, в общем, чтобы были шансы на победу в городе, да, другом. Это конкурс как победу, потому что мы вошли, самое главное, это гал-концерт, и мы довольны этим. И вообще то, что мы участвуем в конкурсе, это большой для нас результат уже. Да, большой плюс. Снимаются костюмы, показывают, нравится танцевать. И дома я включаю музыку и танцую. Гостями финального действия по традиции становятся почетные и уважаемые люди города, медийные личности и звезды эстрады. «Созвездие Йогурт-Злык» – это настолько уже состоявшееся мероприятие за всю историю его проведения. Здесь абсолютно не может быть каких-то предположений о том, что от него можно ждать, кроме как той главной задачи, которую он выполняет. Это поддержка творческой, одаренной, талантливой молодежи, начиная с школьного возраста, заканчивая студентами. И выпускники этого движения, мы все знаем, что сегодня уже это большие звезды нашей эстрады и не только. Сегодня представители талантливой молодежи собрались на одной сцене, чтобы узнать, кто, по мнению жюри, в этом году занял призовые места в номинациях и возрастных категориях фестиваля. Сейчас за призовые места юные казанцы борются в номинациях «Конферант», «Хореография», «Диадар моды», «Вокал», а также «Вокальный инструментальный ансамбль». В этом году участники фестиваля приняли более 4000 участников. Из них будут выбраны лишь 125 победителей. Атмосфера в зале передавала чувство восхищения и интриги. Поддержать участников пришли их родные и друзья, которые с нетерпением ждали результатов. Одна за другой команды сменяли друг друга на сцене. Нам удалось пробраться за кулисы, чтобы запечатлеть самые яркие эмоции после выступления. Мне нравится, меня прям тянет это все это искусство. Это потому что так красиво уже. Вот, в душе приятно. Все хорошо, но ощущения меня на самом деле переполняют, потому что наступает после выступления эйфория, ты так готовишься, и ты это сделал, ты очень рад. Волновались чуток. Да, волновались, и сами не ожидали от себя того, что мы сейчас сделали на сцене. У нас была импровизация, скажем так, в каких-то моментах. Очень много импровизации было, да. На самом деле. Мы репетировали немножко по-другому, но когда выходишь на сцену, естественно, волнение, оно все равно как бы играет свою роль. Долгожданное награждение началось с объявления номинаций, а позже стал известен победитель, получивший гран-при. Им оказалась студия театра танца «Дорога из города». Анастасия Буряк, Ленардо Влетьяров, Универньюз.